В администрации областного центра в четверг прошли очередные публичные слушания. Тема не самая острая, поэтому общественности на них было немного. Тема обсуждения – планировка территории, ограниченной улицами Носова, Первых Маевок, 7-й Завокзальной и 6-м Завокзальным переулком. Задача – установить границы территории общего пользования и имеющихся земельных участков и не допустить вкраплений свободных земель между ними. Никаких вопросов и возражений со стороны участников слушаний проект планировки не вызвал. Данным проектом планировки не предполагается размещение объектов вновь, то есть не планируются какие-то зоны планируемых размещения объектов. Именно идет речь об уточнении границ территории общего пользования. Благодаря данному проекту планировки по улице Первых Маевок территория общего пользования расширилась. Там на сегодняшний момент существует такая уже слаженная аллея зеленая, и дабы в последующем не образовывали земельные участки на вот этой аллее, ширина территории общего пользования там увеличилась, по-моему, если посмотреть на чертежи, до 60 метров.